Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Eric, soy el CEO del proyecto ArmagedX y hoy os traigo un vídeo muy especial. Hacemos entrevista al jefe de departamento de desarrollo de la plataforma ATAS. De hecho, ya es la segunda entrevista que hacemos con el equipo de la plataforma. Si queréis ver la entrevista que yo hice en enero de 2018 con Denis, jefe de departamento de marketing y ventas, podéis clicar en la tarjeta que aparecerá aquí o aquí, y sin tardar más, vámonos a la entrevista. De hecho, se me había olvidado de deciros que la entrevista estará en ruso. Obviamente Andrei no habla español, así que si queréis enteraros, ¿no?, de qué hablamos, por favor, activad subtítulos en el panel inferior. Так, Андрей, привет. Рад познакомиться. Да, взаимно. Ну давай немножко пообщаемся. Давай расскажи немножко о том, во-первых, какую роль ты выполняешь в компании, да, чем ты конкретно занимаешься, зона твоей ответственности. Вот. И расскажешь немножко, ну, о себе. Я являюсь руководителем разработки компании World of World Trading. То есть я руковожу разработкой, руковожу программистами и отвечаю за внедрение каких-то новых функций, исправление каких-то проблемных мест. Ну, то есть все, что касается IT, это подо мной. То есть я правильно понимаю, ты являешься тем человеком, который создал платформу ATAS как бы с нуля, да? Да. То есть ты... Окей, да. Окей. Как ты пришел в мир трейдинга? Почему трейдинг? Как ты с ним познакомился? Ну, трейдинг, во-первых... Сколько лет назад это было? Это было лет, наверное, 15 назад. Да. То есть начиналось все, наверное, как у многих с Форекса. То есть это был MetaTrader. То есть мы там учились... Ну, пошел обучаться там в дилинговый центр, да, научился Форексу, понял там, что там графики, что там и так далее. Потом, так как меня, в принципе, я интересуюсь программированием, да, да, со школы, начал писать какие-то там индикаторы, скрипты для MetaTrader, да? Да. MQL. Твой первый код, который ты написал в жизни, сколько лет тебе было, когда ты написал свою первую строчку кода? Свою первую? Да. Не касательно трейдинга. Нет, вообще. Ну, лет, наверное... 14. 14 лет? Да, да. А что это было за язык программирования? Это помнишь? Был Visual Basic. Да. Вот это там. О чем была программа? Что это было? Честно говоря, не помню. Там какая-то математическая была задача. Ну, то есть ты еще школьником? 14 лет ты еще школьником был? Да, это был 8 класс, по-моему. Откуда интерес к программированию? Почему программирование? Ну почему у нас с детства, в принципе, был компьютер и как-то... Ну, интересовалась с детства, я не знаю. Но почему не рисование? Почему ты не стал рисовать? Почему Потому ты Потому что программирование это такой более точная какая-то область, да, где ты можешь научить машину делать то, что ты хочешь. Нарисовать ты можешь рисунок, конечно, ты выразишь какие-то свои эмоции, да, но программирование такой более формальной области, поэтому, наверное, она мне нравится. Ну, это, наверное, какой-то нужен склад ума определенный, да? Тебе, наверное, хорошо дается математика, может быть, или... Ну или... да, в целом я и учился... Ты гуманитарий там... или нет, технарь? Нет, я на физмате учился, вот, поэтому все, что касается техники, каких-то точных наук, вот, оно меня привлекает и Когда интересует. Потом ты заинтересовался, то есть ты со школьных лет еще интересовался программированием, да, да, потихоньку? Да, да, да. Когда, сколько лет тебе было, когда ты познакомился с Форексом, когда вот пошел в этот дилинговый центр учиться? По-моему, лет... Примерно. Лет 20, знаешь, лет 20-21. Да. То есть я пошел учиться, у меня были такие глаза круглые, там везде виделись деньги. Вот. Потом там вроде как стратегии какие-то были, которые рабочие, и захотелось их автоматизировать, да? Да. То есть это вообще мечта, наверное, каждого получить. Стратегию, которая работает без тебя 24 часа в сутки. Кнопку бабло, да, там, да, нажал, монетки потекли. Да. Вот. Ну, тем самым я начал программировать под MetaTrader. Вот. Да. Потом была NinjaTrader, то есть платформа уже для фьючерсов, когда я понял, что на Форексе, по крайней мере, через MetaTrader это
Гиблое дело, гиблое, да? Дело, да. То есть начал знакомиться с фьючерсами. Там была Ninja Trader платформа. Там уже есть XC-Sharp. То есть познакомился с другим языком, начал писать под Ninja. Ты где-то, то есть, ну, ты сам учился программированию, ты ходил на какие-то специализированные курсы, ты учился у кого-то, или ты просто сидел дома, читал какие-то мануалы и программировал? Я купил книжку C-Sharp для чайников. Вот, собственно, по ней познал азы, да? Да. А остальное все есть в интернете, если ты умеешь искать, да, то сейчас в интернете полно информации. Курсы, в принципе, ну, хорошо, но ведь нужны, помимо навыков программирования, ты говорил, ты начинал с Форекса, да, то есть для того, чтобы программировать какие-то сложные вещи для использования объема, для фьючерсов, например, да, на низе там, и так далее, для этого нужны какие-то уже специализированные там навыки, да, разбираться в самом датафиде и так далее. Вот откуда знания там, да, как работать с тиками, как работать с историческими данными, которые предоставляют там, ну, CQG и так далее. Ну, сначала нужно было, в принципе, разобраться в предметной области, то есть это что такое тик, в принципе, да, что такое order, да, что такое там позиция, ну и так далее. Для этого навыки программирования нужны. Просто, то есть, да, и, ну, это, ты просто берешь, да, и как бы смотришь на данные и разбираешься. Да, да. Ну, то есть, я узнал, что такое тик, да, что это вот сделка, да, между двумя контрагентами. Потом все вообще началось. Мы узнали, что Чикагская биржа выкладывает у себя на серверах историю вот этих тиков. Да. Мы написали. Бесплатном доступе, да, то есть ее можно скачать. End of day, да. То есть не в реальном времени, да. То есть, и мы, первая наша программа была, мы скачивали, ну, софт скачивал данные с Чикагской биржи, вот эти тики, да, и формировал распределение объемов по ценам, то есть у нас там программулина была. Которую вы потом использовали, да, эти данные вы потом использовали, да, для... Да, это был, по сути, прародитель Атаса, да, то есть это первая программа, где вот эти были... В каком году это было, если вспомнишь, примерно? Наверное, в 2008. В 2008. Где-то так. Собственно... То есть программа позволяла просто строить объемные профили. Ну, плюс потом мы доработали, добавили туда кластера. Вот. Потом это немножко как-то подутихло. И, ну, все равно дальше был трейдинг, дальше мы разбирались, дальше мы работали. Наткнулись на такую вещь, как агрегация сделок, да, для того, чтобы узнали о том, что биржа дробит сделки, узнали о том, что. Ну, вернее, идея пришла о том, что эти сделки можно обратно агрегировать, да, для того, чтобы получать исходные сделки, да, то есть эта идея, в принципе, зажгла, ну, и, соответственно, опять же, был сначала сделан индикатор для Ninja Trader, который там агрегировал эти сделки, потом индикатор, который визуализировал эти сделки, потом пришла идея сделать свой сервер, то есть независимо от Ninja Trader, чтобы сохранять историю, да, данных, сделали сервер, сделали клиентское приложение, и таким образом, шаг за шагом, вот мы дошли до Атаса. Такой вопрос. Скажи, сколько примерно могут зарабатывать программисты в России? Было бы интересно сравнить уровень зарплат программистов там в Испании, в Латинской Америке, например, и в России, там, в Украине. Ну, во-первых, как и везде, зарплата зависит от уровня, да? Да. То есть есть junior, есть там middle, есть... Ну, то есть некая иерархия, да? Да. То есть, в принципе, джуниор, то есть это такой начальный уровень в районе 500 евро. Да. 500 евро? Да. 400-500 евро, да? Да. И дальше уже идет... Ну, вот какие-нибудь топовые программисты. Программист... Где-нибудь в банке, например, да? Или, может быть, в каком-нибудь... Ну, программист с таким... с хорошим уровнем, да, да, зарабатывает примерно 15 евро в час. Да. То есть, соответственно, это в районе 2000 евро в месяц, да? В месяц, да. Ну, я так понимаю, что это не предел, да? То есть это не предел, да. То есть есть и гораздо более высокий уровень зарплаты. Опять же, зависит и не только от уровня знания языка, да, от уровня там коммуницировать, от умения работать в команде. От знания какой-то конкретной предметной области, да? Вот смотри, кстати, хотел тоже спросить, какие языки программирования востребованы на сегодняшний день? Вот если человек хочет заниматься, не знаю, там, программировать каких-то роботов для трейдинга, например, да, или хочет работать в банковской сфере или какой-то сфере финансов и экономики, да,
на твой взгляд, какие сейчас наиболее, какие тенденции есть, на что имеет смысл? Вообще, если в целом говорить о программировании, да, есть тенденция на веб-разработку. Да. То есть сейчас все этим повально заняты, да. Но если говорить о сфере трейдинга, да, то я думаю, это C-Sharp и Java. Mm-hmm. Вот. Но Atas написан на C-Sharp, и я думаю, что C-Sharp это лучший язык для трейдинга. Ты сталкивался в работе с искусственным интеллектом? Какие-нибудь у тебя был ли опыт какой-то работы для написания, не знаю, каких-то алгоритмов и так далее для трейдинга? Да, мы пытались написать робота, да, на основе нейросетей. То есть, суть в чем, мы ему подавали на вход некие данные об объемах в том числе, да, то есть какие-то данные о свечках и так далее. Он обучался на большом массиве данных, и потом искусственный интеллект, нейросеть запускаешь на реальных данных, да, с которыми он раньше не сталкивался. Чтобы он торговал, да? Да, чтобы он уже принимал торговые решения, торговал. В общем, итог этого эксперимента был тот, что он просто отказался торговать. То есть он решил для себя, что... Слишком сложно. Большая прибыль будет при условии, если ты не будешь торговать. Вот, да. И отказался просто торговать, да? Да, он не совершил ни одной сделки. Ну, понятно. То есть он такой вывод для себя сделал. Ну, понятно. Да. Слушай, а что касается разработки платформы, над чем конкретно сейчас работает команда программистов Atas? Какие улучшения, какие, возможно, изменения увидят пользователи в ближайшее время? У нас вообще есть, грубо говоря, три направления разработки. Первое, которое ведутся на данный момент. Первое направление – это переделка внутренней архитектуры, да, но это пользователи особо не коснется. Второе направление – это переделка интерфейса платформы, то есть скоро будут разные, грубо говоря, обновленный интерфейс, в котором пользователи смогут там объединять окошки, будут линии, это очень крутая штука. Да, будут линии, которые одновременно могут двигаться на разных таймфреймах, на разных графиках. Меня это столько раз уже спросили испаноязычные пользователи. То есть мы над этим работаем. Что еще? Вот. Это еще есть фишки. После этого планируем симулятор торгов, то есть можно будет выбрать какой-то диапазон дат, запустить кнопочку play, грубо говоря, установить скорость, и будет проигрывание марки данных, и то есть можно будет тренировать свои навыки. Что касается крипто-версии платформы, есть какие-то прогресс в этом направлении? Прогресс есть, то есть мы сейчас работаем в основном... И главное, если заинтересованы, то есть сейчас биткоин находится в такой фазе немножко, то есть есть реально народ, который интересуется, да? Есть народ, то есть хотя основной хайп вроде прошел, да, но тем не менее интерес очень большой, да. И поэтому мы тоже... Много сил вкладываем именно в крипто-направление. Да. То есть мы сейчас работаем непосредственно над добавлением основных криптобирж. Да. То есть мы добавляем криптобирж, их же куча, да. Фига, хотя бы 20-30 надо добавить. Кстати, хотел сказать, что пока еще платформа CryptoAtos находится на стадии доработки, она, если не ошибаюсь, поправь меня, если я не прав, она пока бесплатно распространяется, и кто хочет, может ее скачать и попробовать. Да, то есть там полный функционал, берешь, скачиваешь, пользуешься бесплатно. Да. И насколько, я пробовал там, игрался, вот, к реальным торгам не подключал, но подключался к Bittrex, по-моему, подключался и пытался там это самое. И я увидел, что есть возможность в крипте видеть кластера, кластерный объем в свечах. Скажи, как это технически реализовано? То есть каким образом, насколько я знаю, на сегодняшний день биткоин-биржи, всякие крипто-биржи, да, они не транслируют этот объем. Каким образом? В целом, никто из бирж, даже фьючерсные, не транслирует кластера. То есть как все работает? Биржи или поставщики данных, они транслируют тики. Да. Тики. Это тик, у него есть цена, у него есть объем, у него есть направление, это покупка или продажа. Mm-hmm. Вот мы подключаемся к каждой бирже,
И эти тики сохраняем у себя на сервере. Вот, соответственно, дальше по этим тикам мы строим кластера, то есть строим распределение объемов, строим там биг-трейды, строим какие-то агрегированные сделки и так далее. И таким же образом, да, я так понимаю, это на крипте тоже реализовано? Да, 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 на крипте абсолютно аналогично. Ну вот это очень круто, то, что на самом деле можно видеть кластерный объем. То есть я даже удивился, то есть я думаю, что будет функционал, но когда я увидел как бы кластера, думаю, круто. Слушай, и последний вопрос. Расскажи про какую-нибудь прикольную фишку, разработка которой ты гордишься. Может быть, какой-то индикатор, какой-нибудь ноу-хау. Мы говорили с тобой Big Trades такая распространенный индикатор, который, в принципе, и мы используем тоже в торговле. Вот, про него, в принципе, юзеры знают. Может быть, есть какой-то индикатор, который не настолько популярен среди пользователей, но тебе, на твой взгляд, он как бы заслуживает большего внимания. Индикаторы очень много, во-первых, у нас авторских индикаторов, да, тоже Big Например, Trades, Big Trades. Там Cluster Search, да. То есть это индикатор, который позволяет отслеживать выплески в кластерах по там очень много настроек, можно любой паттерн, грубо говоря, кластерный задать в него и получить информацию. Есть индикатор интересный Dynamic Levels. Что он делает? Он показывает, как изменялся максимальный объем в течение времени за указанный промежуток времени. Ну, то есть, если там, к примеру, выбирается месячный период, да, то индикатор показывает линии, где был максимальный объем в том или ином баре. То есть мы видим, как деньги переливались там с одного уровня на другой, на третий или там обратно. То есть, ну и мы можем видеть открытие-закрытие цен, да, то есть в зависимости от предыдущего закрытого объема, правильно? То есть мы видим перемещение, видим закрытие цены. Да, ну то есть видим график, видим, где был максимальный объем в тот или иной момент. И это, в принципе, дает понимание, где были деньги, да? Если я хочу написать мой собственный индикатор, да, или робота, я могу это сделать? И если да, то каким образом заставить его работать с платформой ATAS? Робота пока ты не можешь написать, можно пока написать индикатор. Для индикаторов у нас разработана API. Кстати, основным отличием API от конкурентов, так скажем, в том, что посредством API пользователь может получить, опять же, данные об агрегированных сделках, во-первых. То есть ему не надо придумывать свои алгоритмы агрегации, да, он сразу может получить агрегированную сделку и как-то ее обработать, как-то ее вывести. То есть, если у него какие-то есть свои идеи, да, можно получить информацию о содержимом свечи, да, то есть о содержимом кластеров. Ну, давай просто, чтобы было понятно. Обычно биржи транслируют только открытие, да, закрытие, high-low. Да, обычно. А если прослушаться через API ATAS, да, то помимо этого мы можем еще. Да, получаешь открытие-закрытие свечи, high-low, общий объем, дельту, bid ask, и видишь по каждой цене в этой свече, какой был бид, какой был ask, какой объем, сколько там трейдов и так далее. Ну, то есть ты получаешь реально гораздо более детализированную информацию, да, по каждому. Да, да. Ну, как бы внутрь свечи смотришь. Не 4 параметра, да. Да. И каким образом есть существует какой-то мануал, то есть где пользователь может прочитать больше об API и если хочет попробовать? Да, конечно, есть мануал, то есть там описаны основные функции. На русском, на английском? На русском, на английском. На английском есть? Да, да. Мы его прикрепим, да? Тогда можно, это самое. Да. Если тебе только надо будет ссылку мне прислать. И мы закрепим ссылку на этот мануал в описании к видео, если вдруг кто-то увлекается программированием и хочет попробовать написать какой-то свой собственный индикатор, да, использовать те данные, которые представляет ATAS, то как бы ссылка будет в описании. Да. Может быть, что-нибудь хочешь пожелать подписчикам канала? Пожелать? Да. Хотел бы пожелать ясной головы, то есть смотреть именно в трейдинге, смотреть именно на те вещи, которые являются источником, да, движений. Потому что я как-то видел даже торговую стратегию, основанную на движениях Луны. Понимаешь? Движениях Луны? Да, да, там от лунной фазы зависело там тренд, знаешь, там чуть ли не магия. И есть же люди, которые в это верят. В это верят, да. То есть, а в трейдинге что? В трейдинге важно избавляться от иллюзий от своих, да, от неправильных толкований. То есть, и мы стараемся в ATAS стараемся
отображать именно актуальную информацию, которая должна влиять на движение, на самом деле. Ладно. Все, большое спасибо за интервью. Все, увидимся. Bueno, acabo de revisar la grabación de la entrevista y no sé, a mí personalmente me ha gustado. La verdad que yo la he disfrutado muchísimo. Y, pero claro, mi opinión es muy subjetiva, así que me gustaría saber vuestra opinión también. ¿Qué tal os ha parecido? ¿Os ha gustado? Por favor, dejadme en los comentarios vuestras opiniones para saber si seguir con este tipo de contenido o no. Por otro lado, os iba a comentar que durante la entrevista hemos comentado varios enlaces, los que os comparto debajo en la descripción de este vídeo, y también os quería enseñarlos en mi pantalla. A ver, el primer enlace que adjunto en la descripción del vídeo es la web donde podéis descargar la versión cripto de la plataforma Atas, ¿vale? Le dais al botón de instalar y se instala como cualquier otra aplicación. Siguiente página. Si hay alguien que está interesado en desarrollar su propio indicador, aquí está el manual donde está toda la información de cómo conectar vuestros indicadores con la plataforma Atas. Y por último, comentaros que en breve empezamos nuestra formación sobre Order Flow, que está basada en la plataforma Atas. Así que si alguien está interesado, que se ponga en contacto con nosotros a través del apartado de la web Contacto. Sin más, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en una semana. Hasta luego.